Все очень дорого. Как же нам всем выживать? Я вот на пенсию купила себе сапоги и... Я бы такие не взял. Очень уж дорогие. Значит, хорошие надо еще одни брать. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и платья из легкого ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что в кризис надо немножечко шить.